Та-дам! Да-да-да. Всем привет, с вами Марс Эйв. Мы продолжаем проходить Старпал. Мы по-прежнему находимся в бета-секторе, как вы видите. Ну, я в серебряной броне, а он медный. То есть, уже подразумевается, кто здесь босс, верно? Потом, я пересмотрел свой инвентарь и нашел огнестрел, так что... Завидуй, чё? Только молча. Да чё, смотри, чё есть стандартная оружка. Опа, это я вообще... Кстати, у меня еще стальной лук. Ну так, между прочим. Вот. Так что мы идем в этот сектор. И идем зачищать ту тюрьму, которую я нашел. Ну, я Эйву пообещал, что мы там найдем ему ствол, чтобы он не ныл слишком. Поэтому пошли. Опс. Проучка. Так. Сам. Прыгаем. Учимся прыгать. Слышь, а чё так лагает? Понял. Да, у меня лагает. У меня нормально. Мясо! У меня капец как всё лагает. Не знаю почему. Нормально, что отлагает, наверное. Так. Подожди, остановись, никуда не двигайся. Интересно, с чем это связано? Не знаю, ладно, пошли. Да, боже. Но FPS проседает капитально. Ты с маньяком налаял, да, вообще? Да нормально и шло, может... А, блин, я же видео установил на YouTube. Идет заливка контента. А. Поэтому оно и лагает. Ну я еще качаю. Так, это ты тут у нас был, походу. Где? Наверх. Да там земля. Да, скорее всего. Ну, еще. Даже не хочу говорить, значит. Да тут близко до этой цивилизации. Я вижу, а кстати, ты их там уже оставил? Да я только зашел и меня убили. А. И он только одну пушку успел поднять. Они ж все тоже при оружии. Ой-ой-ой, птичка, здрасте. Так, ладно, я... Да подожди, ты куда ты спешишь-то? Ой, на меня там... Амушка. На меня там на... Напали? Ты вообще попробовал вслепую попасть. Скотина, ты посмотри, как она дамажит. Мразь нездоровая. Так, ты выжил? Я выжил, она меня так продамажила, я аж ошалел. Кстати, насчет мага, так, у меня бинтов нет. Ёпта. Да блин, мразь. Кого-то... Еще есть вот эти лаги. Да тут полно всего. Где там? А, я? А ты нас... Я по-прежнему. А ты насрил. Так, а мне ты живой? Пиксели надо. Да. Я стал. Короче, просто их обирал. Так, отбежал от них, все под. Повезло. Блин, у меня FPS проседает до 7. Я не рад. Пиксели мои! Может, приостановим запись? Так, я не думаю. Ну, давай. Мы вернулись. Да, мы вернулись, как бы. Да, и доперлись. Вот в этом месте я и нашел свой ствол. Ребят. Тут, я думаю, будет опаснее, чем всё, в других местах этой планеты. Мародёр. Давай спускайся, пошли направо. Мародёр. Экспа. Экспа. Да, не экспа. Открывай. Там обратно оно... Дверь! Оно жжётся, я тебя предупреждаю сразу. Ходи. Чё, а если по костям прыгать нормально же? Ты, я понимаю, ты любишь экстрим, там вся хуйня, но...
Но если ты обожжешь ножки, это не моя проблема. Так, походу я любитель еще и красоты. Да? И в чем красота? Так, книжка. Ой, стой. Не... Это принцесса! Да, почти. Так, все, время спасать принцессу. Так, ты чё там, папу тут что ли? Так, принцесса, слышь, ты. На. Ну что, блин, а? Хрена ли ты? Хрена ли ты, блин? Иди сюда! Зелёный... О, стимулятор. О. Чё ты там поднял? Стимулятор. Ничего лично. Так, ладно. Время... Тор тайм. Так. Снизу гвард. Всё, пока. Нет, не твой, это мой. Чё, засал, да? Чё там? Чё, панты? Ой, блядь. Чё, это чё такое было вообще? Чё, кто? Красный стимулятор. Да блин, иди сюда, вернись в камеру. В камеру, в тебя стреляют. Уходи. Сахаба. Ой, блядь. Так, чё там? Чё-то пол... Ты чё, охренел? Так, давай, ты благо согрей. Как стоп? Вот мразь. 100 пикселей! Треточка! Фу, подожди, надо полечиться. Так, слышь, тут направо нельзя. Я думал, тут направо. Так, стимуляторы. Так. Камера пытка, что ли, да? Какая-то что-то слышно. Ого! Лазерное шоу! Тут. Так, погоди-ка, чем мы... Вот этим. Обоих шараш. Ой, еба. Подожди, надо подлечиться. Да. Так, правильно. Кстати. Ты же у нас теперь... Чё? Ну, лидер отряда. Ещё из-за этого не агрится на тебя. Возможно. Кстати, посмотри инвентарь, может что-то выпало. Да, красный стимулятор. И зелёный. Блин, я имел... Я оружие имел. Не, из оружия ни хрена. Не? Так. Я вот эту штуку себе заберу. Ни хрена, снайпер там! Это вообще против... Ого! Так. Не, у него винтовка вообще такая нормальная. Ты чё, охренел, что ли, а? Ты чё, я к тебе нормально, шойка со всей. Всей душой. Морозина. Так, слушай, эту фигню можно стыбить. Ну, ладно. Можно. Так, подожди. Какой же ты все-таки мастер? Я думал, от скилла. Ну ты меня подождешь, да? Конечно, подожду. Но это долго не займет времени. Если ты дойдешь сюда ночью... Конечно. Ты сомневаешься у меня? Нет, нет. Конечно. Я истинно. С того, как идет ночью. Я родился ночью. Чё? Смотрите. Ой-ой-ой. Я в принципе тоже... Птичка! Да? Винтов мало, птичек нет. Ночью сам. Бывают в жизни неудачи. Так, ладно, время хватит. Так, хорошо. На одного врага меньше. Так. Идем дальше. Нет, мы не идем дальше, мы ждем меня. Так я жду. В процессе проходя данжик. Тупая птица, отвали от меня! Что я тебе сделал? Ты живешь на ее территории, все. Пускай идет в жопу. Так, все, я тут. Где? Меня, тут? Где тут? Я рядом. Просто представь, что я. Блять, пидорас. Йо! Подожди, на меня атакуют.
У меня совершено было наплевать. Флаг, я сейчас вот начну еще лопат вообще. Самое безопасное на свете. Бля, слышь, они опасные. Вот, это топ. Я думал, будет не так опасно. Пошел в жопу! Блин, пол хп! Так, ладно, мы вроде можем поговорить. Ты птицу нашел, да? Так. Да-да-да-да-да. Да-д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 а. Птицу нашел, да? И умер, да? Белого засранца. А, ну, белый тоже норм. Саня, Саня, белый. И одна твоя бумага у меня осталась. Бывает, чё. Надеюсь, у тебя их полно. Ну, у меня 450 пикселей. У меня 371, всё. Погнали. Сколько? 371. Блин, ты по-прежнему хост. Я уже полностью левую сторону обошел, между прочим. Дугу. Да. Ну-ка, ставь-ка интереснее. Надеюсь, я не сагрит, если я очень быстро пробегу. Да-да-да, птица идет. Я тут пока передохнул с ликом. Какие дауны эти птицы, блин, пол хп! По-моему, я был прав, когда сказал, что ты не дойдешь до меня. Да дойду. Стала вторая. Тебя стало резко плохо слышно. Не знаю. Так, а вот теперь мне очень плохо. Мне плохо! Я мне плохо! Блин, меня тут две... Так, надеюсь, ты бинтами делиться умеешь, да? Нет, у меня их нет. Найдем. Потому что я к тебе сейчас друзей приведу. Давай, уходи. Давай. И уходи из пещеры. Кстати, уже день. Да. Ну, как бы этим существом насрать. Чё, лагает чё-то? Ой-ой-ой! Так. Давай! Ну чё, веди друзей. Тебе повезло. Я готов. Их нет. Как это? Есть, есть, есть! Есть, есть. Боже. Бывают же в жизни неудачи, давай, нет. А, где я? На корабле, блин. А, повезло тебе. Ну ладно, я пойду еще направо, скажем. Да нет, направо, блин. Вернее, налево. Вправо, да я уже все обошел. Ой. Так, ну все, еще сейчас уж не должно быть. Ну теперь-то ты, наверное, дойдешь, потому что уже солнечный день. Солнечный день! Никого вокруг! Нету, блин, только... Ты чё, охренели, блин, а? Я вообще сомневаюсь, что ты дойдёшь. Но... Так, охренели, блин! Выперло, блин, на пол экрана стало. Гонпоки, ё-моё. Никто не мешает снимать это типа чудо. Названием. Так. Бинтики надо тупить чуть-чуть. У меня уже такое чувство, что я тут был. Ну конечно. Да блин! Кто их придумал? Придурок какой-то! Я знаю, как можно назвать твою серию. Ну вот. Totally die. Просто. Без шансов. Так, нет. Пойду-ка я, не торопясь.
один ножичек. И винтовый. Тяжелый ноха. Так. Ну да, конечно, блин, две птицы. А, хотя не добрые. Две птицы, да почему, блин? Доминейдинг. Ну, блин, еще олень. Хоть не смотрит. Я нашел 10 медных слитков. Ёди, а ты мне не верил, да, не верил. А ты что, дошел? Ты дошел? Конечно, нет. Нет? Серьезно? Правильно. Потому что я без пинтов. О, черт, это пинтов. Я знал, что ты не дойдешь. Не-не, я такая... Просто... Если ты ко мне на встречу пойдешь. Ладно, хорошо. Охренительно, ме-ме, блядь, приперся тут, блядь. Ме-ме, пошел в жопу, ме-ме, блядь. Ме-ме. Я тебя буду ждать там, где мы запись останавливаем. Че? Ой, блядь, я упал. Я тебе говорю, буду ждать там, где мы запись останавливаем. Хорошо. Подоруби-ка бинтов пока что. Так тут нету. Поищи. Да ме-ме, да ме-ме, да пошли вы в жопу, ме-ме! Блин, ну чё-то попу, знаете? Поднимусь, чё-то попает. Так. А не, есть. Пацаня. Пикси. Всё. Боже мой. Ой-ой-ой. Чё? Тебе довольно сильно повезло, я нашел, с чего можно бинты сделать. Да? Уже отлично. Это за вами это. Да, да. Я сейчас. Я же сдохну, да? Нет, не сдохну, а, спасибо. Эм. Я сдох! Я сейчас. Да? Сейчас, я так рад. Я не смотрю. Я хочу. Да, пошли вы в жопу. Мерси, благодарю тебя. Просто я спал, ты жив. Блин, как ты можешь умирать? Как? Не, блин, не. Конечно, мне. Ты таймер включил? Я, а, это так, таймер. На всякий случай. А? Ну ничего. Нет. Это все отработал я. Ровно, ровно, прям вот скип. 17 минут пишем. Да? Да. А у меня сейчас все так 25 FPS. О, я, кстати, этих твоих любимых мименов. Ну, а, боже мой! ППС, все. О, что? Так. На пару секунд остановлю-ка запись, посмотрю-ка, что там, хорошо? Где? Там. На компе, с титулфу. Что-то все. А, хорошо. И мы продолжаем. Опс. Прямое включение с полей. Тюрьма Флорианца. Опять лаги. Опять лаги. Да, насрать, все, да. Снимем, поснимем. Ладно, пошли. Там я все прошел, там ничего нет. Да, значит, пошли туда. Угу. Что-то какая-то не особо такая локация, я тебе скажу. Ты где там, кстати? Пиксели, давай не отставай. Тебе, наверное, должна быть что-то полезно. Ну, возьму. Куда ты вошел? Куда? Направо? Куда? Зачем? А, да, ты же был направо. А где ты нашел это все? В сундуке. В сундуке в каком? Вот. Вот это? В комоде? Да. Прикольно. Я не обращал внимания. Ну там, походу, ничего нет. Пошли. Ну, я забрал. Ну, я просто внимания не обратил. Защитись. Действительно жалко, что нету квестов. Квестики, да, были бы хороши. Тоже очень хороши. Бля, ты чё меня пугаешь-то? О, кстати, ну-ка, открой. Закрывай. Чем? А, ну давай. Сам захотел. Тюряга, тюряга, тюряга. Ночные омские, кто же виноват? А представь, боты умели бы открывать. Так они умеют. Боже мой, а ты представь, теперь зашел. Так, там девочка, она моя, смотри, пикап мастер.
А ну. Ох ты, красавчик, а. Знаешь, в меня девчонки не стреляли. Да я смотри, это какой-то дружина. Ты. На меня любит. Ты там как, разберешься? Да. Он настолько тупой, то, что только на тебя агрится. Ну-ну. Он не уважает меня, он думает, что я не опасен. Не можно да? разобраться потом. Что это такое? Ладно. Да? Везучий ты. А есть такое. Да, дед, это за вкус. Дизайн. Дерево. Ничего. Надо. Ничего. Зачем ты это сделал? А почему он меня убивает? Пускай. Не иди туда. Пускай они один друг друга порешают. О, закрывай нахер. Не, открой. А блядь, ну зачем? Все. Пускай там решают свои проблемы. Не, он не хочет. Да, отойдем. А, подожди-ка, дай-ка я с огнестрелом. Не, тоже не. О, смотри, открывай. С чего там? Там с двух стволов, кстати, стреляют. Нет, стой, гварды пришли, что ты делаешь? Так, синяя инъекция. Синяя инъекция не лечит. Она мощная, между прочим. Она сдохла. Мразь такая, ты посмотри, сколько... Так, чувак, мне что-то дали. Что тебе дали? Злой завершитель. Чё такое? Открой злой завершитель? Так, ты... А, хотите. Сейчас, подожди, давай замочим. Да, мне дали автомат. Автомат? Да, посмотри. А ну, покажи. Так, вместо чего у меня вот это? А ну, сколько там? Урон в секунду? Сейчас. Урон в секунду 14, скорость стрельбы 1.52. Mm-hmm. Так, ну-ка. Так. Урон за выстрел 9, энергия на выстрел 26. Mm-hmm. Ну, у тебя лучше, пушка, чем у меня. Нафиг. То есть на одну единицу. Пун. Пун. Так. Хорошо. О, кстати, кроватка, смотри, прикольная. Пипит. Куда ты пошел? Я? Да. Сюда. Девочка! Девочка, я перезаряжаюсь. Дожди, блядь, меня! Перезаряжаюсь, подожди. Перезарядка! Ты сейчас умрёшь. Боже мой. Аллах Акбар, блин. Спаси меня! Тут их слишком много. Да мне похуй, я кушаю. Ты сам умер? Нет. Не, он жив, блин. А я мертв. А ты мертв. Смешно, блин. Мне плакать не хочется! А ты мертв, а я жив. Такая у нас сложная ситуация. И опять ночь, кстати. Все, я на этот раз прям по харду иду, все, напролом. Я в пушке. Да ты всегда по харду напролом. Так, пацанчики с пушками, все, они опасные. Вот, ночь, реально. Ночные существа уже выперли. Блин! Мем. Тебя ждет смерть. Да нет. Да? Ты в клавде собиваешься. Да. Минута первая, пока никого. Минута вторая. Минута третья, я уже начал сомневаться, что здесь кто-то живет. Минута четвертая, я слышу крик. Минута пятая. Блин, идите в жопу! Ай, класс. Прикинь, эта пушка, кстати, помогает отлично, отбрасывай хорошо.
Не, она-то отбрасывает, но она должна перезаряжаться. Да, мне там пару патронов, просто чтобы отстали эти вещества. Перезарядка говна, да. Ну это от костюма еще зависит, про бронику хорошую там. В принципе, да. Надо броню. Это крайс какой-то. Там есть вообще такие жесткие брони. Ну блин, ну да, конечно, блин! Гопники, все. Слышь, на меня женщина с заточкой напала, или это мужчина, да, неважно. Не очень. Копал, блин, ты тут выкопал дыру! Для меня это... Не знаю, может я выкопал, как прятался. Но у меня 1000 пикселей, между прочим. Я и не знаю, стал, а теперь. Прыгаю. Психопат. Потому что я психопат. Я безумный очень, потому что я делаю все. Ну чё, как дошёл или как? А ты сомневался? Ты не дошел. Не знаю. Иди. Ну что-то, судя по тому, что у тебя отбавляется здоровье, ты как-то там не очень успешно идешь. Я тут. Ну, я, в принципе, закончил исследование тюрьмы, тут ничего нет, оказывается. Ты чё меня пугаешь-то? Нахрен мы сюда припёрлись? А, да, Рай. Нахрен мы сюда приперлись, да? Такие. Где голда? Вот вопрос идиотский. Мне пиксели нужны. Ну у меня 1015. Охренеть, у меня 3045. Все, время возвращать пиксели. Охота за пикселями. Да. Я не отдам тебе свои деньги. А можешь? Нет. Быстро. Нет. Нет. Они так классно шуршат. Вот обязательно закрыть надо. Черт, я забыл, как эту гравитацию. Ладно, не важно. Хочешь все купить? Как только выходим на поверхность, сразу на корабли. Потому что тут больше нечего делать, я так думаю. Пошли налево. Ты самоубийца. А, да, сейчас ночью, точно. Хорошо, да, может быть? На корабль. Та-дам! Я пришел ну? За корабль. Я хотел нормально. Хотел забыть все пути. Так. Ну, немножко железа. Чё? Переплавить. Нормально. Что-то у меня тут хрени какой-то многовато. Так, а это что за фигня? Ну-ка, посмотрим. О, первый платиновый слиток, между прочим. Эй. Эй. А-а-а, интерьер. Не, ну, не получается ничего по интерьеру сделать. А что должно получаться-то? Все должно получаться. Все должно быть идеально. Понимаете, да? Наверное. Так, ладно, я сейчас плавлю за железо. Железо. Все, сплавил. Так. То есть это ч,
еще можно хавать, что ли? Упс. Так, меня заслит. Все нормально. О, норм. А, железо точно. Так. Я тут пока занимаюсь такой небольшой рутинкой, там переплавляю металлы, жарю мясо. Та-дам! Гони все свои деньги. А что случилось? Погоди, я перезаряжаюсь. Ну-ка, посмотрим, сколько скорострелей. Так, по сколько скорострелись? В смысле? Скорострельность. Скорость стрельбы 1.59. Угу. Ну-ка давай-ка на счет 3. 1, 2, 3. Энергии у тебя сколько потребляет? Потребление энергии? Ну тут не... А, нет. Энергии на выстрел 24. А, ну ясно. Ты больше выстрелов делаешь. У меня 26. Так, ладно, смотрим, что тут есть, что можно. Сейчас, погоди, приостанови-ка. Мы продолжаем. Это был дичайший наезд. По поводу спортивных будней. Ну чё, винтовочка неплохая, правда, хотелось бы автоматы, я тебе скажу. Автоматы, они получше. И по урону эта винтовочка, я тебе скажу, тоже не очень. То есть... Правда? Хотя... Хотя лучше, чем... Нет, не норм, я привык. Колись давай! Правду, правду. Деньги я тебе не отдам. Все нормально. Просто чужак спит в этой кровати. Чё тут необычного? Да нет. Так, ну чё, полетели на другую планетку? А, за какие шиши? Сколько уля? Надо 200. Сейчас посмотрим, сколько я смогу сделать. Половину. У меня есть 41 в инвентаре. У меня 39. Ну, ты достали, да. Так, ну-ка, и стали у нас гораздо круче, чем из серебра. Посмотрим-ка. Да. Посмотрим, чё, как там. Так, всё. Где тут у нас? Стали круче. Железный слиток. Короче, а вот, с 10 нашёл... древесины получается один уголек. Из какие древесины, ну-ка? Из 10. А вот, я нашёл. Это из стальную бронику. Кстати, нам нужно крафтить робота. Ты не забыл? Надеюсь, он будет офигителен. Тон-тон-тон. 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 Не, он-то будет приколен. Дело ж не в этом. Так, а сколько мне на маску? Блин. Надо 8 серебра. Так, а по слиткам чё? Не, ну слитки мне хватит скрафтить. Так. Пикселей не хватает, правда. Срочно искать. Серебро. 15. Хорошо, сейчас 15. Так, 35 штук. Потом 20 штук. 20 штук. Ну, мало, короче, нормально. Собрать успею. Надеюсь. Да? Короче, мне, грубо говоря, надо еще сотню пикселей. Пошли на твою планету. Да.
там мобов сейчас поубиваем на оставшееся время. Нифига ты это обстроил. Дверь это такая еще. На планету. Прикольно. Одновременно, да. Синхронно. Списки игры. Стопа. Ой, так, я кого-то... Так, пошли убивать. О, летят, летят утки. Окей. Иди сюда, мразь. Так. Пришел звездный десант. Не, ну тут очищи изи-бризи можно все делать. Звездный десант. Нормально. О. Вы не страшны мне создать? ТП. Тут я вспомнил АГП. Так, время испытания, да? Чего испытание? Вкуснятина. Оно к тебе пришло. Весьма неплохо. Блин, еще 5 пикселей не хватает. Смотри, как хорошо при этом. О, кайф. Ну да, норм. Блин, добрать винтовку. Мотор! Так ты же уже отхилился до фула, чё ты светишься? А, эффект все равно продолжается. А? Ну, а вдруг у меня броника и хп повыше? Йо. Дырка, да? Дырка! Я пиксели нашел. Есть, я насобирал достаточную сумму. Спасибо. Блин, не пошло. Я думал, получится, оказывается, нет. Эй! Да ладно. Скотчину! Моё, моё, моё! Моё. Твоё. Чёрт. Так мы припёрли тут планеты кирпичи. Блин, ты посмотри, что они делают. Они конченые. Вот это реально конченые люди. Даже они даже не люди. Они даже не люди. Пиксель. Тентакли. Ой, ещё пиксели. А твою мать. Классно. Так, надо искать ткань. Сырое мясо, прикольно. Да, не то слово. Так, все, отходим. Ну чё там? Ну тут такие друзья. Захватчик. Да. Ну
гигант там прям. Да я вообще приперся такой, значит, там просто я фору давал какой, значит, заигрался, это форы вообще там. Ну, бывает чё. Так, ладно, все, теперь серьезно, стойте. Ты, кстати, просрал много. Да, да. Так, тихо, все, я... Да ё-моё, а! Так, смотрим. Боже мой. Пиксельс. Так, блин. Так. Не, ну я тут нормально живу. Мне хорошо. Не оттуда. Можно еще вниз сходить. А что это такое? У меня нету факела. Прям ш... Такой вот я азартный. У меня этого железа уже, блин, херова туча. Я по-прежнему его собираю. Магнитик. В принципе, я уже могу отправляться на корабль и крафтить себе супер броню. Супер броню! Да. А ты забыл. Что за супер броня? Ты хочешь стальную? Да. Да. А. Ну, я тут пиксели буду сфигачить и сери... Да. А, да, серьезно. Нормально. Блин, а чё их так дофига тут? Слышишь, штуки 4, блин, в одном узком проходе. Тон. Ну их нафиг. У меня есть другой план эвакуации. Пиксели. 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 Нормально. Так, еще есть тут. Да просто режу всех тут. Кромсаю. Так это ж планета системы Альф. О чем? Все нормально. Значит. Прятюха. Но серебра здесь, походу, нифига. Нормально. Серебра бы, серебра. Так, кстати, да, Titanfall мне скачался. Все, можно уже приступать к игре. Да, но я надеюсь, ты сегодня выложишь. Да. Я с тобой слежу. Все нормально. Так. Тут вообще чуть будет, да? Вот. Не понял. Ты, кстати, опять еле жив. Нормально. Есть что похилять? Даже не знаю, 25 бинтов, ну, тебе мало, поэтому я не дам. Дай мне мои бинты. Все железо у меня спёр. Да пошел ты. Хвост. Это просто побежите должен. Понимаешь? Вот и живи там теперь. Нет! А я уголь собрал. Прикинь.
Так, ладно. Пойду-ка наверх, посмотрим, что там. А у меня 1300 пикселей. А мне 525, кто крут, я крут. Потому что я сражался. Вообще. Ой. Ты бы видел, как я сражался в тюрьме. Я просто сражался как тигренок. Опасно. Ты шутишь. Так, посмотрим, как у нас чё. Урона, одну секунду, так. За удар 7. Ну, эта штука хороша. Так, ну нафармил чуть-чуть. Нафармил. Вот это. Я хочу много фарма. Кстати, на этой планете можем и дом построить. Тут очень холодно. Ну так и шо? Дома же костры будут. Да, в бета-секторе построить домик. Ну, в бета-секторе опасно. Ну, мы там чаще будем. Ну, мы потом в другой сектор полетим. И там построим. Не уверен. Нам нужна супер-броня. Да, которую я ни хрена построить не могу. Ну, ты даже пока еще серебряную построить. Да. Потому что... Кстати, можем на твоем корабле полететь на другую планету Альфа. Там походить, поискать ресурсы. Нужно. Так, ну уже по чуть-чуть темнеет, я думаю, можно отправляться на корабль, крафтить мне супер броню. Кстати, я тебе могу. А, нет, не могу. Можешь. Не могу. Я думал тебе отдать серебряную броню, но потом вспомнил, что супер броня крафтится именно при помощи серебра. Да все нормально, еще скрафтишь. До свидания. Да, нормально. Этого не будет. Это будет. Нет. Так, ну уже ночь пошла. Так, нужно отправляться. Железка. Походу больше ничего нет. Так. А, нет, есть. Серебряная руда. Чек. Снимаем серебряную кирасу. Ты мне ее отдаешь? Нет. Это справедливо. И крафтим супер кирас. Ебо. Так, у тебя есть серебро? Чуть-чуть есть. Так, все, давай. Давай. Я с тобой делился. Давай, хорошо. Чем? Давай. Когда это было? Да я тебе совсем не делился. Давай-ка. Не помню. А я вот помню, не давай. Не было. Давай. Такого. Не было. Давай. Это ложь. Это не ложь. Сколько? Сколько? Чё сколько? Сколько тебе дать? Серебра? Да, да. Всё, что есть. Сейчас. А у тебя сколько? У меня даже маски нету. У меня 12 штук. Всё, давай, 10. Офигеть. Можно опасаться 5 просто. Давай. Все, давай. Ладно, 5 так 5. Кони 5. Так, ладно, держи 6. Вот видишь, щедрость какая. По так, ну-ка, что у тебя там в этом фигне? А, ядро надо взять. Не трогай ядро, оно еще пригодится. Что, серьезно? А я уже взял. Да. Положи на место. Окей. Так, ладно, я пошел. О, кстати, я могу себе шапочку скрафтить неплохую. Какую? Ты засранец! Могу себе медную, потом ее улучшить. Я думаю, мне будет неплохо. Она будет типа железная такая. Так, 6 штучек. 5. Ну, неплохая будет. По крайней мере, это уже что-то будет. Время лететь. Ух ты, иди сюда, увидишь,
кстати, как я выгляжу в этих очонках. Ди-ди-ди-ди. Жесть. Так, метку, метку вот сюда. Все, лечу. Сейчас. Ай-ой. Очкишель? Так у тебя и так красные глаза. Так теперь у меня на два глаза есть, а на третий нет. Класс. Это что, наверху прыщ? Это глаз. Это прыщ. Так, это глаз. Не надо стоять. Не наезжай на мой глаз. Так, ладно, я пока... Сейчас. Так, нет. Да-да, я вернусь к себе, полетим на... Я еще полечу на другое место. О, все, у меня новая шапочка, заебись. Так, я сейчас ТП к тебе. Ну чё? Пополнить. Ну-ка посмотрим, чё как тут там. Чё как там? Ты никуда не полетишь? Конечно, полечу. Нет. Плечу. Нет. Плечу. Кстати, мы снимаем уже ёбаный час. Да? Да. Так же давай заканчивать. А, ну это само собой, короче, там. Так, погоди-ка. Сколько нам лететь на этой планете? Ну-ка посмотрим. Для того, чтобы вылететь из системы, тебе нужно 200 топлива. У тебя 68. Не скорбей, мое топливо. Идеально. Так. Давайте прощаться, дорогие друзья, потому что что-то мы затянули серию, все эти приостановки. Да, я китаец. Я у тебя стоит взял. Все это. Верь. Так, ладно. Я понял. Закачиваем серию. Ладно. Всем пока, дорогие друзья. С вами был Марс и Эйв. Ждите новых видео. Подписывайтесь на наши каналы. До новых видео. Всем пока. Пока.